Друзья мои, ну что... Здесь включен микрофон? Да, 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 все, слышно. Друзья мои, ну что, мы сегодня замечательно повеселили друг друга, это было великолепно. Мы доказали, что на самом деле даже в ситуации форс-мажора мы в состоянии встречаться, веселиться и дарить друг другу радость и свои таланты. Я обращаюсь сейчас ко всем, и, пожалуйста, минутку внимания, даже 30 секунд. Можно 30 секунд внимания? Рустам, можно 30 секунд внимания? Значит, что я хочу сказать. У нас впервые, ну, клубу, собственно говоря, еще и месяц, по большому счету, не исполнился, да, но... Всякое бывает у нас на первом начале нашего пути, вот возник форс-мажор, и я сегодня узнал, что одного сообщения ВКонтакте недостаточно для того, чтобы люди узнали, приходящие сюда, что у нас вот переносится мероприятие. Я вас очень прошу, каждый, пожалуйста, по своим друзьям, настолько, насколько это возможно, каждому сообщите, то, что о том, что мероприятие переносится на следующую субботу. Очень вас прошу, каждого, потому что усилий моих одних, или Оли, или Рустама, не хватит для того, чтобы вот охватить всех, кто хотел бы, но по отсутствию информации не смог присутствовать. Прошу вас, в следующий раз будет бомба, я обещаю. Просто придите все и сообщите всем, кого вы знаете. Все, друзья мои. Вечер закончен. Всего доброго.